Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Зловещие мертвецы 2. Сейчас мы должны найти нашу Аманду. Подходим к Лейле, говорим. Так, пропавшая... А, спасибо, осторожно, там пропавшая Аманда, спасение. Конечно, мы сейчас спасем. У нас появилось задание. Так, бандитский притон идем. Так, там бандиты хотят за Аманду деньги. Сейчас посмотрим. Сейчас разберемся с ними. Так, где у них? Смотри, у них везде эти стоят. Бандиты, смотри. А ну-ка. Давай поговорим с ним. Ты принес выкуп? Так, смотри, да, держите, или нет, у меня никаких денег, я бы все равно не отдал. Нет, мы отдадим 1000, ну а чё ж. Так, просто, правда, Аманда ждет тебя у палет. Ух ты, спасибо. У каких палет? Вон он, а вон Аманда. Аманда, привет. Пошли домой быстрее. Все, миссия завершена, пропавшая Аманда, спасение. Все, вернемся сейчас в город. Так, все, сейчас идем. Так, быстрее идем к Лейле. А, вот уже наша Амандочка. Я хочу кушать. Так, а что же вы ее не покормите? Лейла, давай, покорми Аманду. Как это выглядит? Все нормально, Аманда вернулась. Так, все, денежку мне дали. Спасибо, ты лучший. Да, пожалуйста. Смотри, все. Смотри, я с ней не могу разговаривать. А, Аманда, сейчас с ней поговорим. А Аманда говорит. Спасибо, что спасли меня. Когда я была у бандитов, я слышала, как они обсуждали какой-то схрон своей добычи. Ух ты, продолжай. Сходите к их притону, их схрон находится к северу от дома. Принято. Спасибо, Аманда. Кто меня что-то толкнул или что? Чувак, осторожней, уходи. Да, конечно же, сейчас, Аманда, сейчас схожу. Бандитский притон, идем. Интересно, интересно. Так, посмотрим. Ух ты, смотри. Зомбаки. Подожди. Ох, нифига, что это за... Зомби-толстяк, смотри. Ё-моё. Ты чё, гад? Так как тебя убить? Подожди, сейчас. А чё, этот, потерялся, что ли? Гад. Так, ребята. Я, наверное, сейчас сделаю так вот. Все, всех подзорвал. Так, ну не всех. Вот эта вот бабулька входит здесь. Так, сейчас мы вот всех. Да вы чё, а? О, смотрите, фига. Нормально. Вот это у меня оружие. На тебя, гад. Все, есть, готовы. Так, не, здесь мне предлагают копать. Подожди, но я еще пока не всех убил. Найдите боеприпасы. Какие еще боеприпасы? А, типа схрон здесь боеприпасов? Так, мне нужно сейчас всех их добить. А, вот, смотри, туалет, смотри, стоит. Тут поди, тут можешь что-то порыться, типа... Ой-ой-ой-ой, все, ай! Укусили меня. Гады, сейчас будем их по одному. Так, смотри, вот еще ходит чувак. 4 патрона мне приходится на одного тратить. Есть. Готов. Следующий. Гранатка. Нормально. Все, здесь все готовы. Так, больше нету зомбаков. Где еще зомбаки? Так, в дом мы пойдем попозже немножечко. Вот здесь еще бабулька ходит. Чтобы она мне не мешала. Все, готово. Так, здесь мы будем попозже смотреть. Мне хочется здесь покопать немножечко. Так, кусок, смотри. Фига, ваш рюкзак заполнен. Да как так? Приступаем к копке.
мне нужно взять вот так и начинаем копать. Нифига, нормально копает, быстро. Быстрее, чем в тот раз. О, я сейчас уже не вылезу отсюда. Отсюда я уже, ребята, не вылезу. Так, секунду. Вот так все сделаем. Ага. Тут мне придется много копать. Схрон где-то здесь. Где они, интересно, закопали это все дело? Так, интересно. Нету почему-то ничего здесь. Ну где схрон-то, а? А, вот схрон, смотри. Так, 1000. И гранату, и патроны. Все хорошо, сокровища мы нашли. Я хочу еще знать, что сделать. Так, этот кусок кожи не берется. Место. Давай какую-нибудь банку съедим, что ли? Я не знаю, банка дороже или нет. Почему у меня места сюда нет? Вот эти вот ключи, может, ключи куда-нибудь сдать. Плохо, что банка на банку не кладется. 60 всего лишь стоит. Так, давай используем одну банку, съедим. Так, эту сюда сейчас положим. И попробуем вот взять кусок кожи. И взяли. И мы сейчас немножечко здесь погуляем, посмотрим, что здесь интересного есть. А где бандиты, интересно? Сейчас зайдем в дом. Посмотрим в доме, что есть интересного. Пусто. Ух ты, сейф есть. Ничего интересного. Это сейчас я попробую все взломать. Есть. А, вы сломали отмычку. В смысле? Она, отмычка ломается? Да как так? Блин, да как так? Раньше она не ломалась. Да ё-моё, что-то я спешу. Надо помедленнее идти. Есть. О. Золотые монеты, патроны, серебряные монеты. Надо как-то закрыть вот этот сейф, интересно. Ну все, теперь быстренько в город возвращаемся. Да, ушли. Угу, нормально, сейф нормально. О, Аманда, сейчас мы с Амандой поговорим. А как это выглядит? Готово, проще парень на репы, все нормально, там денег взяли, что хочешь. Спасибо, что спасли меня. Увидимся позже. Спасибо за информацию о схроне. Вот твоя награда. Да, дадим деньги Аманде и получим карму. Улучшили, то есть улучшили карму. Так, сейчас поговорим с торговцем. У меня есть... это что такое? Кусок кожи. 200 монет стоит. Нормально продать всем. А вот это железо тоже? А, нет, 50 рублей стоит всего лишь, ё-моё. Мало, бобы-то дороже стоили. А, вот смотри, бобы у него стоят 57. Я тогда бобы съел, чтобы место освободить, кожу продать. Он продает за 50. Ладно, продаем все. И у меня здесь много всего ненужного, по правде. Вот. Хотя нет, этот не буду продавать. А что это за сундук у меня? Сундук. А чей это сундук? Мой сундук. У меня здесь сундука нету. Так, новый уровень повысили мы. Спасибо, забираем. Так,
Здесь у меня вот еще, смотри, что есть. Награда, смотри, награда. Забрать. Что это такое, не знаю. И вот еще одна награда. Все награды мы позабирали. Как бы все у нас... Здесь ничего нету интересного, да? Так это вот родился. Тут вот еще интересная вещь есть. Мне дают монеты. Смотри. Каждый час дают монет. Один из монет. Ничего себе. А что еще мне дают интересного здесь? А, можно колесо счастья покрутить. Крутим. Смотрим, что у нас здесь. Ой, фигня какая-то. Перезарядка 10. 60 минут перезарядка на 10%. Так, через сутки только, да, мне можно будет еще дальше что-нибудь такое. Так, ну остальное за деньги реальные продается. Мне это не интересно. Бензинчик бесплатно забираем. Все, через час бензинчик дадут заново. А деньги, деньги, деньги. Каждый час дают деньги. Ничего себе, прикольно. Так, это тоже нам что-то дают, предлагают купить. Карма. Что-то, ничего. А, вот умение, смотри. Значит, тут можно нам повысить умение, разговор. Но он так, у вас появляется вариант разрулить некоторые ситуации посредством диалога. Огнестрельное оружие увеличивает урон от огнестрельного оружия, урон на 1% за каждую очку умения. Критический удар, смотри, есть. Значит, увеличивает вероятность нанести критический удар врагу. Здоровье увеличит ваше максимальное значение здоровья. Это что, получается, если у меня сейчас 70, то будет 71? Не знаю. Давай до 30 сделаем, посмотрим. Да, смотри, здоровье можно увеличить. Устойчивость к радиации, рабочка с отмычкой, замедление работы отмычкой, облегчает работу с отмычкой. Да, давай этот, отмычку сделаем. Так, все, что ли, что? Баллы кончились. Ладно, способности. А хороший ученик. Ваша способность к обучению выше средних по сравнению с другими выжившими за новый уровень. Получаете на больше очков умений. Активировать. А, это активно. Вот это можно активировать. Язык зверей. Помимо людей вы можете разговаривать еще и с животными. Конечно. Теперь я могу с собакой разговаривать или что? Так, барахолочка, если у вас есть какая-то цена, ее можно продать за каждую проданную вещь. Ладно. Рюкзак, рюкзак, рюкзак. А, вот сундук, смотри, сундук. Здесь вы можете хранить разные предметы. Такие предметы нельзя использовать во время миссии. Вон оно что. Так, подожди, кыш. Давай, это мы сейчас сундук все положим. Хавчик, хавчик сюда. Так, это что такое? Энергетик, да? Энергетик тоже сейчас все положим пока сюда. Книгу использовать. Огнестрельное оружие. Так, это все тоже мне нужно. И водичку тоже сюда переложим, пока она мне не нужна. Так, лечение мы оставим. Патроны оставим. Еду тоже сюда положим. Воду тоже сюда, конечно. Так, это что за карта? Карта сокровищ леса. Используем. Есть. На вашей карте появилась новая миссия. Хорошо. Оружие. Оружие у меня пусть здесь лежит. Угу. Гранаты сюда. Боеприпасы. Так, хавчик сюда. Это тоже сюда пока положим. Пока оно мне не требуется. Ну все. Транспорт, мотоцикл у меня есть. Бонус к камуфляжу 8%. Ну все, в принципе, сегодня. На сегодня мы заканчиваем серию. Все, кто посмотрел эту серию, поставьте лайк, пожалуйста. Если вам понравилось это прохождение, пишите комментарии, что бы вы хотели бы еще посмотреть на моем канале. Ну, а также ждите новых серий, которые выйдут, скорее всего, завтра. Всем пока-пока. Что, здесь говняшка лежит до сих пор? Никто ее не убрал. Ладно, пока.